Всем привет, с вами Дмитрий Синев. Сегодня мы сделаем очень интересные и необычные картофельные безешки. А генеральный партнер этого видео – техника Волмер. Скидка 5% на всю технику по промокоду Синев. Ссылка на интернет-магазин в описании. Я очистил картофель, нарезаем его средним таким кубиком, да, чтобы у нас просто он быстрее сварился. Вот, варим картофель, в принципе, как на картофельное пюре. Хорошенечко подсаливаю, да, ну где-то 1 чайная ложка условно. Вот, и ставим вариться. Примерно через 20-30 минут проверяем картофель на готовность. Ну, как видите, он у меня полностью сварился. Сливаем большую часть воды, да, если чуть-чуть останется, это, в принципе, ничего страшного. То есть все, вот мы слили. Добавляем примерно 100-150 грамм сливочного масла. Сливочного масла не жалейте. Еще немного соли, черного перца и сухого чеснока. И поработаем толкушкой. Обязательно пробуем на вкус и добавляем специи по вкусу. Включаю разогреваться духовку на 200 градусов, режим вверх-вниз, вот, желательно с конвекцией. И подготавливаем вот такой вот противень, выстеленный пергаментом, либо силиконовым ковриком. Берем кондитерский мешок и делаем насадку. Да, у меня здесь будет вот именно вот такая вот насадка красивая. И складываем наш картофельный мусс, да, можно сказать, как картофельное пюре, в кондитерский мешок. Специи мы не пожалели. И чесночок, и перчик. Выпускаем весь воздух, да, скручиваем кондитерский мешок и высаживаем наши будущие картофельные безешки. Все готово? Отправляем в разогретую духовку и убавляем до 150 градусов. Выпекаем минут 40. У нас прошло даже больше часа. Посмотрите, наши безешки подсушились. Просто такие чипсинки получились. Складываем их на тарелку. Включаем любимую киношку и наслаждаемся отличной закуской. Изумительно и очень просто. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Техника Волмер – лучшее решение. Все ссылки в описании. Пока!